Краснолучинский центр социально-психологической реабилитации детей – это учреждение социальной защиты детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Центр осуществляет свою деятельность по следующим направлениям. Это социально-психологическое диагностирование, социально-психологическая педагогическая реабилитация, адаптация к семейному окружению, социально-медицинская реабилитация и оздоровление, правовое обеспечение. Главная задача, стоящая перед персоналом учреждения по отношению к воспитанникам, это формирование личности ребенка, который в процессе развития приобретал бы способность самостоятельно строить свой вариант жизни, достойный человека. Для решения главной задачи мы стараемся прививать детям навыки здорового образа жизни, умение контролировать свое поведение, соблюдать общепринятые правила человеческого общежития, приобщать детей к труду, прививать им уважение к любой трудовой деятельности. Для этого в 2017 году в работе с воспитанниками была развернута коррекционно-развивающая работа в форме индивидуальных и групповых занятий. Штат педагогов насчитывает 9 человек. Один воспитатель дополнительно выполняет функции музыкального руководителя. Высшее образование среди педагогов имеет 6 человек. 3 педагога имеют образовательный уровень младшего специалиста. С детьми работает подготовленный и квалифицированный персонал. С момента поступления в центр ребенка с ним проводится первичная контактная беседа. Затем на протяжении 14 дней за ним ведется наблюдение с целью выявления степени тревожности, агрессивности. Психологическое обследование начинается незамедлительно, но ведется индивидуально и занимает разный период времени для каждого ребенка. По результатам психодиагностических исследований с детьми проводится коррекционно-развивающая работа. В 2017 году в учреждении находилось 92 ребенка, из них 89 уроженцы города Красный Луч. Один ребенок из города Краснодон, и один гражданин ДНР, один гражданин Российской Федерации. 39 человек были направлены в центр управления по делам семьи и детей, 14 детей – полиция, 26 детей оказались в учреждении по заявлению родителей, оказавшихся в тяжелом материальном положении. 7 детей были приняты по их собственноручным заявлениям. 43 ребенка были из семей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. 27 семей из семей с трудным материальным положением. 13 детей было из числа оставшихся без попечения родителей или лиц, их заменяющих. В Краснолучинском центре социально-психологической реабилитации детей для оздоровления детей используются все традиционные методики. Это медикаментозные комплексы закаливания, фитотерапия, ароматерапия, введение йода в питание, дыхательная гимнастика. Проводится целенаправленная работа по оздоровлению и улучшению условий проживания воспитанников, что способствовало снижению заболеваемости. Не было особо тяжелых заболеваний, таких как туберкулез. В учреждении имеется необходимый запас лекарств для оказания первой медицинской помощи. Запас постоянно пополняется как за счет гуманитарной помощи, так и путем закупок за выделенные средства. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в городе в 2017 году по заболеваемости ветряной оспы проводилось дискамерное обеззараживание постельных принадлежностей, облучение помещений центра ультрафиолетовым облучением. В 2017 году появились возможности по ремонту материальной базы. На выделенные средства из местного бюджета это составляет 158 287 российских рублей, а также благодаря помощи подрядных организаций на сумму 85 тысяч российских рублей был проведен ремонт здания Центра социально-психологической реабилитации детей. Утеплен фасад, проведен ремонт кровли.
С целью сбережения тепла утеплена часть служебных и административных помещений. Установлены металлопластиковые двери на входе в учреждение. Проведены текущие ремонты столовой, гардеробной, туалеты на первом этаже здания, детских спален, игровой комнаты. Ведется оборудование дополнительного туалета на втором этаже здания. Нами поставлен и согласован с администрацией города «Красный луч» наш план работы на 2018 год, где вышеперечисленные задачи трансформированы в конкретные мероприятия. План одобрен Министерством труда и социальной политики Луганской Народной Республики. Надеемся, что благоприятные условия позволят нам в 2018 году продолжить совершенствование материально-технической базы учреждения. Спасибо.